Жертвы разгула стихии. Порывистый ветер в областном центре нанес серьезный ущерб четырехколесному имуществу горожан. Сразу на трех улицах деревья упали на припаркованные автомобили и детские площадки. Чудом обошлось без человеческих потерь. Улица Громобоя, 32А. Расколовшийся на две части ствол, рухнул на новенькую «Хонду». Вызволять иномарку из-под завалов приехали спасатели. Повреждения у авто серьезные. Вдребезги разбито заднее стекло, треснуто лобовое. На крыше многочисленные вмятины. Восстановить «Хонду» теперь будет непросто. Я уже собирался спать, лег, все слышу, какой-то грохот, слышу, сигнализация сработала. Вышел на балкон, у меня как раз-таки балкон выходит во двор. Смотрю, у меня деревом привалило как раз-таки машину. Спустился, посмотрел, начал сразу вызывать полицию. До полиции я дозвонился где-то через полчаса. Все-таки приехали они, описали, что, как, чего. То есть акт составили. Дальше позвонил в МЧС. И вот как раз-таки сейчас приехал МЧС, все разгребло. Автовладелец уверен, в случившемся есть вина управляющей компании. Дерево было старым и трухлявым, и его давно пора было спилить. Теперь коммунальщиков ждет иск о возмещении материального ущерба. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.